На Южном объезде столкнулись три фуры. ДТП произошло ранним утром в половине пятого на 171-м километре М7 в Собинском районе. Рено Премиум под управлением 55-летнего водителя из Рязани двигался в сторону Москвы. В какой-то момент фуру вынесло на встречку прямо под поток машин. Грузовик сначала врезался в МАН, за рулем которого сидел 34-летний водитель из Чувашии, а после в еще один МАН. За рулем был 37-летний петербуржец. В результате аварии и травмы получил водитель Рено с переломом голени и многочисленными ушибами, его госпитализировали. Во Владимире следком проверяют информацию из соцсети о гибели двухлетней девочки. Якобы в конце ноября родители водили ее в поликлинику на Токарева. Потом здоровье малышки ухудшилось, но врачи скорой сначала отказывались вести ее в больницу. А когда ребенок все-таки попал в реанимацию, то прожил там всего 40 минут. 30 ноября девочка умерла от менингококковой инфекции. Следователи пока подтверждают только диагноз. Действия фельдшера скорой и врачей детской поликлиники только еще представлены. Стоит проверить. Также в ходе доследственной проверки будет встреча с родителями ребенка, и только тогда следователь восстановит истинную хронологию событий. В Вязниках молодую бабушку будут судить за гибель внучки. Женщине всего 45 лет, и у нее есть свои маленькие дети. С ними, а также с двумя внуками, 19 августа прошлого года она находилась на придомовой территории, где есть пруд. Один из сыновей закапризничал, она повела его в дом. В это время внучка, которая всего год и 8 месяцев, осталась без присмотра и упала в пруд. Когда ее нашли, вызвали скорую. Та доставила малышку в реанимацию, где спустя несколько дней девочка умерла от отека головного мозга. Действия медиков признаны следкомом грамотными, а вот бабушку будут судить, поскольку домашний пруд был частично не огорожен. Женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Крестный ход по центру города. Его приурочат к дню памяти святого благоверного князя Александра Невского. 5 декабря с 15 до 16 часов будет ограничено движение всех видов транспорта по Большой Московской и Большой Нижегородской от улицы Гагарина до площади Фрунзе. Крестный ход организует Владимирская епархия. Во время его проведения предусмотрены маршруты объезда по улицам Гагарина, Лыбецкой магистрали, Луначарского, Устья-на-Лабе.